Бокал за мою финскую подругу замечательную, которая завтра уезжает далеко-далеко, буквально на север, в Арктику. Дорогая моя. Спасибо. О, первый раз в поезде? Нет, я из Финляндии. А, как будет? Привет. Hey. Блин. Ну почему? Ну это же дебилизм. Он странный. Что? Только не говори мне, что ты хочешь вернуться. Нет, конечно. Давай, Калис, что ты делаешь в этом поезде? Ирина, мы планировали ехать вместе. У нее красивая жизнь. Я так хотела тоже быть в этой жизни. В Петрозаводске мы там ночь стоим. Что, не в курсе? И каждый из нас. Их цыпленок. Вот и научись с ним жить, ему доверять. Тебе. Твоему цыпленку. Думаешь, я плохой? Я только думаю, что я обидела. Что ты обидела-то? Твой адрес. Ничего не надо. Почему нет? Ты никогда знаешь, как судьба сложится.